Здорово, пацаны, сыграем сегодня с Тёмой Мстителем 4 катки на супер-мега в 14-м туре. На Spring Arena 14-й тур нашего турнирчика. Жесть. Давай, 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 бля, забивай, давай, бля, забивай. Минута 40 остается играть, ребят. Тёмой ебашимся на Spring Arena 14 тур. Да, Тёма топ. Тёма топчик. И походу я здесь ему проебу, проебу, прое, прое, проебу. Такой смогу я забить, нет? Да, 2-2. И невезение рулет, невезение рулет. 3-2. Красивые плюшки влетают. Просто красивейшие. Такой, хоть мы выбьем. Да, выбьем, но это будет все равно плюшка, да? 4-2. 4-2. Да, пацаны, это аренка, конечно. Кому называется, кому как повезет. Или кто как отца сет. 4-2. Проигрываем мы первую партию. И едем дальше. Едем дальше, едем дальше, едем дальше мы. Едем дальше, едем дальше, едем дальше мы. У. Давай, 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 родной. Нет, не залетает. А такой залетит или нет? Пау! 1-0. А такой залетит. Ну такой он должен забить от угла. Как раз фишечка моя этому способствует. Дропа! Да, 1-1. 1-1 во второй партийке. И бьем так же. Здесь подстрахуем. Подстрахуй, хуй, хуй. Подстрахуй, хуй, хуй. Ой-ой-ой-ой, какая красотища залетает, блядь. Тёму не обыграть никогда, нигде. Никогда, нигде, никогда, нигде. Ой-ой-ой, что он, блядь, творит? Что он, блядь, творит? Это просто красота. Ну, это плюшка. Это три-двушка. Плюшка, плюшка, три-двушка, да? Блядь, если вот так въебашу, влетит,
Нет, не влетает даже такой. Че, вторую игру подряд 4-2 что ли проиграет? Это пиздец. Это пиздец. Это пиздец. Или все-таки мы захуярим? Нет, не захуярим. Дж-дж-дж. Бля, давай, пожалуйста, на удар дай мне силы, дай мне силы, дай мне. И такой не влет. 4-2, ребят, проигрываю второй раз. Вторую партию со счетом 4-2. 4-2. Едем дальше. Третья партия. Третья партийка. Третья партийка. Ну, смотрите, ребят, как я не ударю, он не забивает. Как я не ударю, блядь, ну это просто фарш. Какой-то ссаный, ёбаный фарш. Давайте такой попробуем забить. Да, блядь, ну это... Короче, ребят, на этой карте нужно такое везение, что я ни пером написать, ни членом рассказать. Просто такой бред, нахуй. Просто так не вести. Как может так просто не вести? Как? Как, блядь? Это пиздец, что он творит, нахуй. Это пиздец, что он творит, блядь. Да, на этой карте, наверное, с ним нужно жестко задротить. Но я так не могу. Я так не могу. 4-0. 4-0 мы проигрываем. То ли еще будет. Ой-ой-ой. Если по краю ударить-то гольчик будет, нет. Ну да. Размочили хоть счет за минуту, но 4 нам уже не забить. По-любому. Драпа. Дрюпа. Ну это 5-1. Это разгром, вот это, бля, разгром. Это просто охуеть. Шесть один. Да, 6-1. Ну это полный фаршеринг. Фаршеринг, ёпта. Сука. Ладно. Если я пройду в плей-офф, если я пройду плей-офф, надеюсь, Тёма мне не попадется, надеюсь, кто-то его до меня вынесет, и мы с вами нормально, ребятки, сыграем в эту игру. Семь один. Пиздец. Пиздец, пиздец на холодец. Ты вперед, ты наш армейский. Ну это просто пизда. Ну что, давайте схему другую поставим, что у меня за говносхема стоит, ебаная. Давайте с ней проебем, так проебем, похуй. Ну это пиздец, это так не везет. Как говорится, не везет, так не везет. Давайте с этими схемами попробуем поиграть. Схема с Тёмой, этой хуйней, это не схема, это просто хуета какая-то. Просто хуйня. Ну и такой я хуй забью, да? Потому что я... Пынь, красота, 1-1, блядь. Вообще огонь. А против этой схемки-то он играть-то не умеет нихуя. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Хули я в свои ворота-то захуярил. Сука. Пиздец, 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 пиздец.
Надеюсь, такой-то мы вхуярим, нет? Давайте вот так вот сделаем. Дж, два, два. Что это такое, блядь? Что это такое, блядь? Что это за хуета, блядь? 3-2. Так, так, так. Так, так, блядь, как он не залетел, ебать. Просто, блядь. На нах, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3. Блядь, он как вот такую хуйню он творит? Я вообще не понимаю. Просто не понимаю. Ну, схема, да, говно, блядь, ебаная. Ну, обыграть-то его можно или нужно, блядь? Ну все, проиграл. 4-3, да? Нет, пока что нет. Ничего, пацаны, спасибо за игру. Это был 14-й тур. Это был переигрованный тур, ребят. Я не знаю. Тёма сказал то, что... Типа... Ну, если он захочет 3-1. Здесь он... Я верю, что играл без читов. Здесь мне где-то не повезло. Это был переигрыш. Если он согласится на 3-1, будет 3-1. Если он не согласится, будет 4-0. Так что, ребят, такая хуйня. Посмотрим, как мы с ним договоримся. Но сыграли мы 3-1 в переигровке без читов. Пацаны, подпишитесь на канал. С вами Роман. Всем удачи, всем пока. Респект.